звонил, когда ушел. На примате с финишем сразу появилась цифра 1. И вот Владимир Карлов по номеру 490 Кубфайл отправляется на заключительный круг. Спортсмен из Луганска Иван Фролов, его номер 284. И лидер выходит на финишную прямую. Александр Саркаков финиширует по второй дорожке. Группа 70 Москва, клуб «Факел». И вот сейчас прозвучит гонг для луганского спортсмена Ивана Фролова. Последний круг. Заходы женщин на 16 тысяч метров готовы в борьбе, находится в районе старта. Я купил какой-то этот, ну, типа коктейльчик размешиваешь там, ну, тонизирующий. Ну, я что-то пару раз выпил, нифига не тонизирую. Ну, я тебе скажу, что они практически не работают. Да, что-то как-то вот практически не эффекта работают. Я не почувствовал, чтобы, знаешь, было бы сон, так, вот, проснулся, да. Нет, это надо что-то другое. Старые направляются 17 спортсменов. Возрастные группы 35-75. Знаете, заход женщины. Стартовали участницы финального захода женщин, и давайте сейчас познакомимся с ними. Когда они будут выходить на прямой после второго виража, тогда лидеров и начнем. Дорогие друзья, у нас расписание сейчас. Торжественное открытие, церемония начнется чуть позже, около 16:05, а сейчас все участники соревнований, которые свободны от соревнований, но имеется в виду, кроме тех, кто сейчас идет дистанцию 3 километра, участники соревнований по спортивной ходьбе, и все спортсмены приглашаются на построение, которое проводится за пьедесталом почета. Если на трибунах, то это середина с правой стороны. Вот пьедестал почета, стенд за ним, и именно там собираются участники соревнований. Мы приглашаем всех участников соревнований, об этом мы сообщали ранее. Пожалуйста, поддержите и ждем вас. Садите стало почетом. Большое спасибо. От вашей организованности будет зависеть и качество. Кто же там впереди, а если
по третьей дорожке, здесь уже никаких сомнений не может быть. И Григорий Малыхин, 80-й номер, выходит на третью дорожку и финиширует. Он сильнейший в этом заходе. 13:41.63 Таков результат Григория Малыхина. Поверните, пожалуйста. 466 номер. Финишировал Сергей Сестеров. Финиш по третьей дорожке. Они начали подружить. Я потом снизу.